Площади палов превышают размеры городов. В регионе, несмотря на пасмурную и местами дождливую погоду, продолжается выжигание сухого травостоя. Уже зафиксировано более 830 палов. На тушение горячих полей пожарные выезжают до сотни раз в сутки. Выгорело более 1200 гектаров. МЧС региона призывает смолян окашивать свои дома и хозяйственные постройки и ни в коем случае не жечь сухую траву. Итак, основными причинами палов сухой травянистой растительности на территории Смоленской области является человеческий фактор. Хотелось бы обратить внимание, что в соответствии с действующим законодательством нарушение порядка выжигания сухой травянистой растительности, сжигания мусора и разведения костров является административным правонарушением, за которое предусмотрена ответственность по части 1 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. А в случае уничтожения или повреждения чужого имущества в крупном размере, совершенным путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, также предусмотрена уголовная ответственность по статье 168 Уголовного кодекса Российской Федерации. На сегодняшний день государственными инспекторами по пожарному надзору уже составлено 69 протоколов об административных правонарушениях. Лица, допустившие административные правонарушения, будут вынуждены заплатить административный штраф до 15 000 рублей.